Эллен. Ей удалось бежать в США, где испуганные банкиры дрожали от одной мысли о повторении кровавой резни, охватившей Англию. Контрольная точка. Боезапас пополнен, игроки воскрешены. Всем привет, с вами Александр Сучков, и в этом видеоролике сегодня мы будем играть в Warface. И сегодня вот, вы этого ждали, наверное, сегодня мы будем опять пытаться пройти, да, мы будем пытаться что-то пройти, мы будем спецку какую-то сегодня проходить, но сначала, конечно, это будет ускоренное прохождение, как и всегда, теперь все, что я прохожу, теперь оно все ускоренное. Но сначала я вот эту вот мне дали фамос на 7 дней. Вот. Давайте его сначала осмотрим, что это вообще за фамос и где мне его дали вообще. Фамос. Видимо, это мне дали не за этого. Не, вот он! Фамос довольно-таки чем-то лучше, чем наш АУК. Заметьте, у меня был АУК А3, который должен... Нет, не А3, у меня был АУК. АУК А3 Хбар у меня был. Я его заменил на Фамос F1, который я только что получил. И мы сегодня будем проходить что у нас получится и всегда получалось. Мы сегодня будем проходить... что мы будем там проходить? Да, мы будем проходить белую акулу на... Опять на профи. И попытаемся как-то это все дело пройти. Получится, не получится, не знаю, но мы это ускорим. Заметьте, мы все это ускорим. Потому что мне надоело это все загружать на YouTube. Это очень долго, и поиграть я не успеваю. Потому что пока это все грузится целый день, я только к вечеру успеваю зайти в игру, получить ежедневный бонус. В общем, ближе к делу. Начинаем играть. Итак, сразу можно посмотреть то, что вот у нас здесь есть дофигища наших вот этих вот штук. Они почти совсем у меня собраны. Давайте попробуем пострелять. Довольно-таки стреляется. Да, хорошо. Сейчас, короче, проверим его в деле уже в игре самой. Итак, давайте мы уже начнем нашу игру. Вы должны взять его живым или мертвым. Передайте ему руки.
Ну что ж, вот так я попытался пройти белую акулу. У меня опять ничего не получилось, но в следующем видеоролике точно это получится. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну, бас, пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока!